Так, ну что, тестируем. Бигфут на четвертой лаве вместе. Лаве вместо Арктики. Вот такая моя пачка. Пачка Хелвида. Пачка Оника. И пачка Пупса. 4 стрелка. Вместе с нами будет Бигфут. Смотрим. 12-й скилл. Ну, вроде, тьфу-тьфу, смотрите, полностью тупо зону всю задамажил. Мне кажется, даже лучше, чем Арктика. По-любому ярче. Как мне показалось, у нас герои даже все стоят. Сейчас посмотрим по трупикам. Сколько у нас героев сдохло, а сколько... осталось. Ну, судя по всему, да, намного круче. Если мы там раньше вылазили где-то 25 секунд, 20, то сейчас посмотрим. Это второй, мы его тоже докачаем. Еще раз пачечки покажу. Уже кто питомцев не видел, какими питомцами рунами можно ставить всем ожил. Времени хватает. Мы в своей пачке ставим цепелинов и фениксов, чтобы быстрее здания разбивали. Не буду ускорять. Вот видите, как стан хорошо проходит. Просто тупо сразу станет всех. Рух. Реально круто. Ну и чикабумы тоже делают свое. Ну и ледяха, которая замедляет всех. Да, все, Арктика теперь опять не нужна. Тем более Бигфут — это бездонатный герой. Не то что Арктика, поэтому сейчас, думаю, многим он поможет на лаве. Да, вот такой вот, такая пачечка. Сейчас еще один раз сбегаем и затестируем на адском саммите. Гарголами, тыквам ремочки надо ставить. Ну и одно дерево. И вперед. Дум-ту-дум. Кайфовый герой.
Вот смотрите, раз, два, три, четыре. Всего 4 героя умерло. Если раньше там было около 10, то сейчас реально все намного круче. Поэтому есть смысл Бигфуда качать. Очень полезный герой будет на лаве. Да, вот так вот. Вот так вот. Хорош герой, конечно. Есть смысл его качать. Какой он у нас? Такая вот сборка. Показал себя очень хорошо. Привет, Ань.